На этом фестивале участники проводят и мастер-классы. Человека-оркестр Пача из Аргентины уже известен северянам по прошлому приезду. На этот раз для любимой северной публики он подготовил программу «Трюки руками». Руки – это способ выразить себя, еще фитнес для пальцев. Это полезно для здоровья детей и взрослых, особенно для кукольников, музыкантов, писателей, поваров, чья деятельность связана с работой рук. Артист учил на пальцах делать забавные трюки с мелкими предметами, а также изображать разных животных. У многих зрителей получилось, хотя и не сразу. Это для наших кистей очень полезно, и кровь разгоняет, и вправду ты чувствуешь после этого фитнеса всю руку. Но это тяжело. Это как и в любой другой тренировке, нужно тренироваться, тренироваться, еще раз тренироваться. Что вы уже умеете? Утку. А вот как утка удивляется. Сегодня вечером юбилейный 25-й фестиваль уличных театров вновь выйдет на улицы Архангельска при любой погоде. Светлана Синицына, Александр Прилуцкий, «Вести Поморье».